Буксировочный катер. Первая добыча террористов. На нем бандиты покидают Новороссийский морской порт и осуществляют захват гражданского судна, стоящего на рейде в Цемесской бухте. Зрители этого боевика – участники морского учения «Доверие-2012». За девятилетнюю историю международного сотрудничества стран Черноморской группы ежегодные маневры второй раз проходят в порту Новороссийска. Действия российских моряков очередной раз вселяют наблюдателям из Турции, Украины, Румынии и Болгарии уверенность в своем северном партнере. Мы наблюдаем доказательства того, что военно-морские силы Российской Федерации способны выполнять свои задачи по назначению и своевременно оказывать сопротивление при любой конфликтной ситуации, которая предоставляет угрозу для его граждан. Оранжевые макеты в море обозначают моряков захваченного судна, которых за неподчинение террористы выбросили за борт. Экипаж морского спасательного вертолета К-27 ведет поиск пострадавших и организует их спасение. Самую опасную работу выполняет фельдшер-спасатель, прошедший полноценную медицинскую и водолазную подготовку. В спасении выброшенных за борт задействованы специальные плавсредства. Водолазное спасательное судно способно выполнить все виды подводных технических работ на глубине до 60 метров. Одновременно с его помощью возможно обнаружить и спасти до 20 человек, оказавшихся на воде. К судну-нарушителю спешит пограничный сторожевой корабль. На требование остановиться террористы отвечают автоматной очередью. В дело вступают бойцы спецподразделения. Штурм заканчивается захватом нарушителей и освобождением заложников. Группа досмотра с пограничного корабля может безопасно приступить к своим обязанностям на гражданском судне. Все дежурные силы и средства, которые были назначены для проведения этой операции, выполнили свою задачу достаточно хорошо, уложились в установленные сроки и, в общем-то, продемонстрировали представителям иностранных государств возможности российских моряков, возможности портовых структур по препятствию действиям террористов. Пожар на палубе освобожденного судна – очередной этап показного учения. В борьбу с условным огнем вступает спасательный буксир. Его водометы мощными потоками сбивают пламя. Подойдя вплотную к терпящему бедствие, команда спасателей начинает пенную атаку. Буксировка пострадавшего корабля в порт – благополучный итог всей операции и международного учения. Вадим Астафьев, Вячеслав Амилютин, телеканал «Звезда», Новороссийск.